В минувшее воскресенье в фойе детской школы искусств Алла Кашихабли был проведен шахматный турнир, посвященный памяти Рашида Балокова, организованный в свое время друзьями, одноклассниками и администрацией Кашихаблского сельского поселения. Эти соревнования стали весьма популярными у жителей района. В турнире приняли участие 14 человек разной возрастной категории. Перед собравшимися выступили глава муниципального образования Кашихабльское сельское поселение Хазрет Борсов, депутат от Гахаса Республики Адыгея Мурат Шхалахов, родной дядя Рашида Нурби Емыков. Сегодня мы проводим очередной турнир, посвященный памяти Рашида Нурбиевича Балокова. Я хочу подчеркнуть, что этот турнир изначально был организован благодаря друзьям, бывшим одноклассникам, администрации Кашихабльского сельского поселения. И хочу им выразить большую благодарность за то, что за проведение этого турнира. Турнир проводится на хорошем уровне. Участвует много шахматистов. Поэтому он стал как бы традиционным. На этот турнир пришли сказать свое слово, вспомнить добрым словом в память Рашида Балокова, значит, глава Кашихабльского сельского поселения Хазрет Азраилович Борсов, депутат, один из друзей Рашида, депутат Шхалахов Мурат, инструктор по спорту и делам молодежи Кашихабльского сельского поселения Тауф Зураб, так, этот, родной дядя Рашида Нурби Емыков, поэтому одноклассник Емыков и родственник Емыков Султанчик. Значит, я хочу вам пожелать, чтобы в честной, хорошей борьбе вы показали сегодня достойную игру, и пусть каждому сопутствует удача. Я хочу слово предоставить, значит, главе муниципального образования Кашихабльское сельское поселение Хазрету Азраиловичу Борсову. Добрый день, уважаемые участники нашего сегодняшних соревнований. Сегодня, как уже отмечалось, проводится очередной турнир по шахматам, посвященный нашему другу, товарищу Рашиду Балокову. Поэтому этот турнир стал традиционным. Каждый год мы проводим. Уже люди привыкли, даже я вот сейчас говорю Мурат Магомедовичу, что люди сами уже приходят, когда же будет турнир. Сам Рашид Нурбиевич был не только шахматистом, он был и футболистом, и баскетболистом. Я не знаю, он вообще был человеком спортивным. И он очень любил спорт, поэтому этот турнир не случайен. Всем удачи, желаю провести эти мероприятия на достойном уровне. Слово предоставляется родному дяде Рашида Балокова Нурбию Емыкову. Турнир этот проводится благодаря усилиям друзей, племянника моего, администрации местного сельского поселения и, конечно, благодаря вам. Без вас турнира бы не было. Поэтому желаю и организаторам, и участникам турнира всех благ. Пусть удача везде и всюду сопутствует вам. Спасибо. Слово предоставляется депутату Адыгахаса Республики Адыгея Кашихабльского района Мурату Шхалахову. Я, безусловно, прежде всего хочу огромное спасибо сказать Хазрету Газраиловичу, руководителю Кашихабльского сельского поселения, который на самом деле несет основную нагрузку по организации этого мероприятия. Ну, мы уже собираемся здесь. Не первый год эти мероприятия стали для нас очень традиционными. И я, безусловно, рад, что человек, который был нам всегда близок, он и сейчас нам близок по духу, в очередной раз нас собирает вот на этот турнир, на шахматный турнир его имени. И говорить о его качествах, мы с вами всегда об этом говорили и говорим, это был удивительный человек, который был всесторонне талантлив и в работе, талантлив и в учебе, талантлив и в шахматах, талантлив и в футболе. На самом деле он и не только был талантлив во всех отношениях, но был человеком
с большой буквы, человека, которого безгранично любили все, ценили, уважали. Именно поэтому мы и всегда говорим, что все, что связано с его именем, это очень дорого стоит. И я хочу всем вам, кто сегодня пришел на очередной турнир, сказать огромное спасибо, пожелать вам, безусловно, крепкого здоровья, удачи. Конечно же, везение спортивного, коль мы сегодня собрались на таком турнире спортивном. И сегодня вот по поручению своих друзей, людей, которые сегодня по объективным причинам с нами, это и Адам Дышеков, руководитель налоговой службы Республики Адыгея, и Каплан Порсов, мой коллега, депутат Госсовета ХАСА, и Мурат Дагужиев, руководитель спорткомитета Республики Адыгея. Я хочу всем вам, уважаемые коллеги, вот в начале турнира вручить памятные подарки и, конечно, пожелать каждому из вас победы, потому что спорт, ну, всем участвуем в спорте, чтобы победить. Всем вам побед. Кублев. От имени участников слова благодарности за организацию и проведение турнира высказал ветеран шахмат Амин Каракаев. Спонсорами этого мероприятия выступили друзья и администрация Кашхабльского сельского поселения. Также от имени друзей конверт с суммой в 5000 рублей был передан матери Рашида Балокова. По итогам турнира победителем стал Давлет Кукетлев, набравший 12,5 очков. На втором месте Асван Штымов с 11 очками и на третьем Адам Сухов с 10 очками. Всем призерам были вручены денежные призы.